Смоленск. Ну, поняли, да? Это я фильм снимал и сделал фотографию. Делая первый заказ, хочу получить ваш совет. Живу в Смоленской области. Дача небольшая, 5 соток. Имеется домик небольшой, сарай, различные плодовые деревья, кустарники, грядки. Может, что-то посоветуете в выборке сортов абрикосов, которые более благоприятны для моих условий, малой земли и нашего климата. У меня растет уже один абрикос, сорт «Сын Краснощекова», третий год. На зиму не укрываю, только первый год укрывал. Ваше счастье должно сгнить в этот год. Укрывать абрикосы нельзя. Также второй год растут два абрикоса. Купили на местном рынке, наверное, из Азербайджана. Поздравляю. Который я посадил из косточки под зиму. Так, все-таки, которые... То есть вы купили непривитое, что ли? Оба саженца на зиму специально не укрываю, пускай привыкают. Правильно делать? В прошлом году посадил под зиму косточки узбекского нектарина. Вот я за слово нектарин зацепился. Знаете почему? Вот этот нектарин у вас замерзнет. Не в один год, так в другой. Может, будете укрывать, но тогда может сгнить. Пускай привыкает, пускай. Но дело в том, что срочно на подвое. Это мое, вот, моя реакция на косточки узбека. Вам повезло, зашел. Нектарин узбекский – это чудо, это сказка. Но только продлить жизнь может только на подвое. Зашли 4 штуки, пока растут. Была одна потеря, пропал абрикос, выпрела кора. Ну, а я в чем? В прошлом году успел все же дать один абрикосик. После того, как пропал абрикос, начал выяснять, почему так произошло. Так, вышел на посадку в холмы. О, то есть, получается, сперва сгноили, а потом узнали про посадку на холмы. В целом, описал свои условия. Может, что посоветуете? Спасибо. А вам желаю крепкого сибирского здоровья. Ну, чтобы посоветовать, вы знаете, 92-й вебинар. Так, нет? Смотрите вы или нет? Ну-ка. Ну, непонятно. Так вот, и все еще не все рассказал. Так вот, что посоветовать в целом? Метод тыка по железу. Бери больше, сади больше. Вот это самое главное. Почему? Вы уже научились с косточек выращивать. У вас что-то получается. Вот это кусочек подряд моего сада. Задача сделать так, чтобы если вы взяли сотню косточек, потратили 2500 рублей, так, допустим, сотня косточек, и вы получили сад из даже всего лишь 20-30 деревьев, и они сами выбрали это место. Кто не взошел, кто взошел, кто погиб первый год, кто выпрел. Но и сотни, они же все же гибриды. Смотрите, все косточки моего сада гибридные. Если я взял дерево серафим, во, ой, извиняюсь, извините, это не серафим. Если взяли с королевского, это уже не королевский. У каждой моей косточки, учитывая вот это вот, есть возможность иметь двух родителей. Один родитель, самоплодность, это бедность, нездоровье. Два родителя, это здоровье, пышное, это самое, расцвет жизни. Значит, а кто-то из родителей дал одно качество, другой дал другое качество, и в результате получается третье качество. Вот так вот. И даже не среднеарифметическое, но мы это еще будем проходить. Следующий. Ну, поняли, да? Бери больше, заказывай больше, сади больше. Это главный совет, главный. А остальное, ну, что я скажу? Правильно посоветую, и глубоко не закапывать. И наша песня хороша, начинай сначала.